Здравенькі були, граждане и гражданки, это снова Моритурус, это снова вы, это снова гребаный ЛБЗ и снова наш любимый танк под названием Кромвель. Так вот, в общем-то, может быть, кто-то уже видел непосредственно этот бой, как бы когда я проводил трансляцию в рамках Господи, как они там, танковые асы, что ли? Ну, в общем-то, короче, если кто видел, то молодец, а кто не видел, как раз посмотрит заново. Ну, или в смысле, первый раз. Как бы это у нас гребаный ЛБЗ на острие атаки, это у нас опять на Т-55, соответственно, А, и необходимо нам, что же нам необходимо сделать? Уничтожить машину противника в первые 3 минуты боя, а в дополнительных заданиях нужно выжить и еще и победить в бою. В общем-то, карта фьорды, и мы, как вы видите, с верхнего, ну или как бы там, верхне-левого респа, вот. И, ну что же делать? Поджиматься, в общем-то, под горку, потому что у нас здесь имеется противный арт под названием Бишоп, а он, как вы знаете, бьет, блин, точно, быстро и противно, а он как раз может туда подъехать и нахлобучить. Ну, давай, давай, давай! Ай, отлично. В общем-то, основное задание выполнено, хотя меня и очень сильно накернили. Накернили меня достаточно неприятно, более чем на 200 хп. Так, и видим, что, в принципе, кроме как поджиматься и что-то там делать, у меня больше, к сожалению, здесь, наверное, ничего не удастся. Можно было бы, конечно, объехать по левому флангу, то есть по над водой, как бы, и зайти вот в тот вот неприятный, как бы, участочек, но что-то мне туда, в общем-то, лезть не хочется. Тем более, что... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, еще раз накернил меня этот гад. Вот, и что-то мне надо все-таки предпринимать. Надо отбиваться, надо отстреливаться. Да, кстати говоря, вот тут меня еще пригласили, в общем-то, во взвод. В общем-то, им большой респект и уважуха, ребята. Вот, ну это все, наверное, вы смотрели в трансляции, в принципе, что я по этому поводу говорил. Так вот, ну что же делать? Что, никто не помогает, в принципе, что-то как-то... Все на самом деле... Ой, отлично, попал на 125. Арта, в общем, наша работает, все работают, но ничего не удается. Не удается прорвать вот это вот скопление, то есть стоит у нас здесь... Спасибо, господи. Ну да, вот я именно СУ-100 ждал, когда же ты мне зарядишь и собьешь практически все хп с меня. Оставшиеся. Вот как мне просто нравятся такие союзники, такие добрые друзья практически, которые вот так вот делают. Вот этот вот чувак, который жопой своей зачем-то туда вылез и, в принципе, погиб. Я вообще не понимаю, зачем он это сделал. Респект к тому, видимо, тоже и уважуха. В общем-то, конечно, вот такие ребята в боях меня просто повергают в иныние. Только что второй фраг, слава богу, мной был заработан. И да, да, ну что еще может сделать МТ-25, кроме как вытолкнуть меня с 75 хп? Иди, Моритуру, сражайся, ты можешь, ты лучший. Ты вообще просто, ну, супер-дамагер, блин. Гребаный кибастус. Так, ну что, ой-ой-ой-ой-ой-ой, конечно же нет, я не полету на 85-го и на вот остальных всех этих чуваков. Кстати говоря, мне интересно, что сейчас происходит с этим МТ-25? Гад, гадкий. Так, ладно, ну что, тут у нас остается, в принципе, не так много танков. 85-й один там, один здесь, 34-85 где-то там. Ну, соответственно, и арта где-то тоже там. Так, не могу я их пока брать. Опачки, ах, какие попочки. Ну, здравствуй, дружок. Отлично. И еще раз отлично. И вот здесь вот, если был бы... Но, к сожалению, нет. Нет, не так благосклонен к ко мне сегодня Вуду, поэтому не получается у меня. И, ну, давай. Да вы что, издеваетесь, что ли? Ну все, ладно, так и быть. Ростов, папа, 161 только что был отправлен ко мною к праотцам. Так, ну что, КВ-85, твоя сладкая попка попала во мне в объятия? Ну, ой, зачем я тут? Ну, и вот еще прям один выстрел и... И да, конечно, раз тебе дадут сделать этот выстрел, когда здесь такой отличный парень. Просто
падает в объятия к 85-му. Ну, в общем-то, и все. Вот они остались, три танка. И если бы я вот здесь вот немножечко не затупил и не поехал бы в обход, ну, я же не знаю, может быть, там, я не знаю, АТ-7 случилось чудо, и она вдруг вернулась. Но нет, она на самом деле, конечно же, не вернулась. Поэтому я здесь сделал ошибку, и еще один фраг у меня заработать не получится. Но, тем не менее, в принципе, по Win-8 не очень неплохой результат боя. Поэтому всем спасибо за внимание, всем пока. Как вы понимаете, дополнительное задание мной будет сейчас выполнено, поэтому, в принципе, ЛБЗ будет пройдено. В общем-то, всем, кто проходит ЛБЗ, качайте, выкачивайте, если у вас вдруг еще нет этот великолепный танк, садитесь на него и прямо с самого начала пошли долбить всех. Удачи вам в этих начинаниях. В общем-то, всем спасибо за внимание. Еще раз повторяю, всем пока, всем удачи. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх, рекомендуйте его всем своим окружающим. И да пребудет с вами сила. До зустрича.